Приехали на развалины крепости Руссо-Кастро. Гора есть, крепости нет. И проход закрыт. Будем искать. Вот крепость Руссо-Кастро. Здесь была крепость. Болгарский царь победил византийцев. Читай, вот битва при Руссо-Кастро. Болгарско-татарская война. Поле ты мое поле. Ну вот оно на горе, вот так вот. Ну сидишь, кушаешь. А с той стороны что? С какой? Ну. Мангал, беседочка. Приехал, посмотрел достопримечательности. Ну вот и развалины идут. Да, места красивые. Вот это фундамент от чего? Прямо средневековый. Ну зато вот после битвы остались останки лошади. Строят. И вот родничок. Да. А вот а тут детская площадка. Замок висит. Вот, видишь, вот развалины. Лавка. Ну, это у нас средневековая, похоже. А вот то, что сверху.
византийцы оттуда наступали, и здесь их и положили всех. Вот собирают в кучу древние камни крепости, и будут совместно болгары и турки восстанавливать. Вот она, остатки крепости. Красоты. И горит стерня, наверное. Вот иду по местам, где бродили древние. Древние люди. Здесь меолит. Вот укрепили, чтобы дальше не рушилось все. Куда тут по камням можно? Лучше обойдем. Здесь был вход. Вход. Это мне так кажется. Крепость. А внутри какие постройки были, кто его знает. Вот археологический объект. Интересно, на таких скалах построить крепость. А это что было? Да, похоже, как застывшие. Масса, застывшая масса, а потом восстанавливали по новой. Но это уже новоделы. Новоделы строили. А вот так вот, наверное, и погибла эта цивилизация. Осталось. Скала спекшаяся. Ну, а здесь позарастало все стежки, дорожки. Вот только фундаменты видимые, остатки